Сейчас будет курс китайского языка. Да, хорошо. Это называется как его? Значит, я сейчас расскажу сказку на китайском языке. Давай. Вот когда вы отсеки мы алюминиевые секили, а вот теку мы так хамили. Дома и мои секили, а вот такой, Машенька, по-русски. А на секили, вот только что бегла в У меня только место туда. Это туда, это здесь, понимаете, я валял кто-то бы тоже сюда. Таджикский акцент пошел. Нет. А вот на меня впереди. Это еще ему водки не наливали. Это ему на курехе его не преподавали, блядь. Слушай-ка, это мастер-класс, мастер-класс. Я могу сказать, я рассказал Маша Медведь, это... На китайском языке? Маша Медведь на китайском языке. Может, кто-нибудь китайский разумеет это, пусть послушает, переведет, он поймет. Вот он точно меня поймет. Понятно.